Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу. Благословляю всех вас, братья, сестры. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня у нас суббота, 25 ноября. Вот, и приветствую всех словами такого старого, доброго приветствия библейского, еврейского, иудейского. Шаббат шалом, друзья. Так что вот так вот, дорогие друзья. Да, сегодня у нас вот такое включение. И, друзья, остается немного времени до праздника Ханука. И, в общем-то, такое включение сегодняшнее я как раз посвятил вот ожиданию Хануки, предханукальное такое, знаете ли, ожидание, которое, знаете ли, вот оно наполнено предвкушением чуда, божественного чуда. Сегодня мы живем в эпоху третьего храма, третий храм, который уже на сегодняшний день, можно констатировать факт, превзошел своей славой все то, что знало человечество до того. И первый храм, и второй храм вместе взятые, и вся история человечества, как мы это называем, до нашей эры, это было лишь, как мы сейчас уже понимаем со стороны, это было лишь увертюрой, это было лишь приготовлением на самом деле к настоящему строительству, настоящего храма Божьего. И скиния, и тот храм, который Соломон построил, который был впоследствии разрушен по грехам нашим, увы. Затем было покаяние, восстановление храма. Вновь храм засиял во славе Господа. И перед пришествием Мессии, перед пришествием Христа, этот храм был отстроен, этот храм был украшен великолепно. Настолько великолепно, что действительно люди называли, даже язычники, приходя издалека, называли это чудом света. Говорили, что это действительно чудо, великое чудо евреи создали. Да, это было так. Тонны и тонны золота, серебра, камней, все это украшало храм ко времени пришествия Мессии, я имею в виду, как раз вот, да, говорю об этом времени, как мы называем это нашей эрой. Потому что пришествие Мессии, пришествие Христа, оно изменило ход всей мировой истории. Да, дамы и господа, сегодня это уже очевидно, даже для людей далеких от религии, неверующих людей, все равно это уже очевидно, что все то, что было в истории человеческого рода в целом, до Христа, до Иисуса Христа, это мы называем до нашей эры. Все то, что происходило и происходит после пришествия Христа на землю, мы называем это событиями уже новой эры, новой истории, нового времени. И, дамы и господа, братья и сестры, водораздел человеческой истории, да, пришествие Христа, Боговоплощение, Рождество Иисуса Христа. Знаете ли, сейчас во многих странах мира, в частности в США, в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах мира, христиане в ожидании. Это время очень красивое, кстати, в Америке я два раза был в это время как раз в США и очень был восхищен вот этим приготовлением. Оно называется, значит, Christmas time, время Рождества, как бы время подготовки к Рождеству. Хотя исторически Иисус родился, конечно, не в декабре и не в январе, мы это должны знать, конечно же. Исторически Иисус родился и не совсем, совсем не 2017 лет тому назад, а чуть раньше, на 3,5 года раньше, чем это принято считать обычно. И не в январе, и не в декабре, по нашему летоисчислению,
гражданского нашему календарю, это получается в сентябре Иисус родился. Исторически, я имею в виду не протестантский, не православный, не католический, не какой-то еще не церковный Иисус, к которому обычно мы привыкли, знаете ли, ну как культурно больше привыкли, религиозно привыкли, а реальный Иисус, я имею в виду реальный библейский, правдошный Иисус, не церковный, не религиозный. Значит, вот допустим, сзади меня вы видите образ, икона, значит, это хоругвь. Наш отец Алексей, кстати, делал, покойный уже. Значит, и отец Алексей как раз, Гущин, да, он сделал эту хоругвь. И, ну, здесь вот видно там, да? А, я здесь сейчас... Ну, хоругвь-то видна. Хоругвь видна. Значит, образ-то, образ, собственно, значит, Иисуса... подразумевает, что это Иисус Христос, изображение церковное, православное такое видение как бы Иисуса. Есть католические многие иконы, такое католическое видение Иисуса. Есть в различных протестантских церквях свои как бы протестантские взгляды, как вот мог бы выглядеть Иисус и как бы нам хотелось, чтобы он выглядел. Здесь, допустим, у меня вот Панагия, епископский медальон такой, Панагия. Значит, крест, на них тоже изображение как бы Иисуса, вот как бы мы могли представлять его в православной культуре Иисуса. И очень много разных представлений, значит, именно в христианстве за 2000 лет сложилось очень много, масса представлений о том, кто есть Иисус, какой он Иисус. Даже если вы не имеете никаких образов, и сейчас много христиан, слава Богу, вообще свободно от всяких образов, от всяких икон, от всяких изображений, и просто читают Библию, Слово Божье, молятся, это, ну, самый блаженный путь, конечно. Значит, но все равно, да, я, кстати, я в таких церквях часто бываю, где и уже больше 20 лет, очень часто бываю, служу Словом Божьим в таких церквях, евангельских, протестантских церквях, где вообще нет никакого образа, ни креста, знака, ни там, ни каких-то икон, ни картин, ничего, абсолютно. И это блаженный путь самый для христианина. Но даже в таком состоянии, находясь в блаженном пути, значит, не имея вообще никакого образа пред собой, чтобы, значит, ну, не впадать в идолопоклонство, потому что тем христианам, как, допустим, вот нам, православным христианам, что имеют образы такие, картины какие-то, изображения, знаки какие-то, приходится держать всегда ухо востро, чтобы не впасть в идолопоклонство, идолослужение, потому что фетишизм всевозможный, потому что враг действительно очень часто использует наши вот эти вот привязки к всевозможным этим образам, изображениям и искушает, знаете ли. Поэтому лучше, безопаснее всего для христианина, конечно, вообще не иметь никакого образа пред собою. Вот Божье Слово есть самый лучший образ, самые лучшие иконы самого Бога – это сам Иисус Христос. А кто такой Иисус Христос, библейский, мы это видим из Слова Божьего. Читаем Библию, читаем Слово Божье. Здесь у меня и печатное издание, хотя я сейчас больше пользуюсь цифровыми изданиями, конечно, как и большинство сейчас, наверное, христиан, уже 21-го столетия, в наш век, когда... Как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Да, мы как бы живем век цифровых технологий. Значит, и сегодня, да, и печатными Библиями многие пользуются христиане, но чаще всего вот наши Библии. Здесь и разные переводы, здесь в одном телефоне целая библиотека, вот которой можно все заставить, всю эту комнату, знаете ли. Значит, много разных переводов, десятки разных переводов Библии там, значит, словари библейские, энциклопедии. То есть это как бы действительно век информатики, век просвещения сегодня такой небывалый. И знаете, друзья, дамы и господа, братья и сестры, но даже если вы придерживаетесь такого блаженного пути, вот именно не имея образов, а из Библии черпая именно представление об Иисусе, то все равно... В разных конфессиях, в разных деноминациях, в разных собраниях человек подпадает под определенную культуру, что ли. Вот. Ну и это я как бы к слову сейчас вот как бы разъясняю как раз эту историю. Значит, так вот,
И настоящий реальный Иисус родился, конечно, раньше. Вот сейчас, хотя Christmas time, очень красивое время, я уже говорил, да, что, значит, особенно в США, в Европе очень красиво, но в Америке это, конечно, просто-напросто уму непостижимо. Знаете ли, вот нашему постсоветскому. Знаете ли, как культурный шок испытываешь, допустим, впервые попав, допустим, после России, Украины, вот, Белоруссии, ну, бывшего Советского Союза, попадая, вот, допустим, в Германию, там, во Францию, то в Европу попадая, культурный шок испытываешь. Такой же шок испытываешь после Европы, уже попадая в Америку, в США. Это, конечно, совершенно иной уровень, это просто, ну, невероятно. И там в Америке во время Christmas time, там в какой магазин не зашел бы, значит, там, куда бы ни приехал, от солнечной Флориды до морозной Аляски, от золотой Калифорнии до, значит, знаете ли, суетливого Нью-Йорка, по всему периметру США. Jingle bells, там, или I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. И люди поют, славят Бога, значит, конечно, даже такие негодные, как вот предыдущие хозяева Белого дома, которые пытались отвратить людей от Бога и вообще писали там чаще всего Merry Xmas, знаете ли, значит, и пытались всячески там, значит, как в Советском Союзе на Новый год переключить людей, но все равно в толще народной, именно американского народа, сохраняется эта вера, и никуда этого ничем не вытравишь. Это сам фундамент, действительно. Значит, а фундамент — это очень сильная вещь, огромная, огромные силы. Так вот, значит, но исторически Иисус, конечно, реальный Иисус, он родился, ну, по-нашему я уже сказал, в сентябре. Значит, и его Рождество, действительно, его пришествие, величайшее чудо, и его пришествие, оно изменило ход всей мировой истории. Как вначале я сказал, что да, даже неверующие люди сегодня далекие от религии, но признают, вынуждены признавать, что действительно пришествие Христа, оно изменило весь ход мировой истории. И сегодня все то, что было до Христа, до его пришествия, мы называем это до нашей эры. То, что происходит и происходило после его пришествия на землю первого этого, мы называем это новой эрой, или события новой, ну, нашего времени уже. То было совершенно, ну, действительно великим чудом. И вот, дамы и господа, на протяжении этих 2000 лет созидается храм Божий, великий храм Господний, созидается храм Божий, который действительно вот является, ну, величайшим чудом на этой земле, где основанием является его сам Иисус Христос и куполом сам Иисус Христос. Да, сейчас я, друзья, перейду, значит, на эфир на канал Ютуба. Но здесь, на Фейсбуке, я тоже постараюсь время от времени выходить. Вот предханукальный марафон, можно так выразиться. В этом году, 13 числа декабря, начинаем празднование Хануки, праздника обновления. Вот, до 20-го, получается, да. Получается, да, 12 декабря вечером уже зажигаем ханукальные огни и благодарим Бога за Божью Хануку, за Божье обновление. И не только вспоминаем события, знаете ли, 2000-летней давности, когда Господь руками своих героев, патриотов, Маковеев совершил великое чудо преображения, великое чудо восстановления, возрождения храма, освящения, благословения великое произвел Господь на этой земле, слава Богу. Храм Божий засиял вновь в своей красе, а вся краса храма – это сам Господь Бог Всемогущий. И свое присутствие сам Бог Всемогущий, он отметил именно великим чудом тогда. 8 дней горел суточный запас елея вместо естественного бы суточного горения. И в этом был для всех Маковеев и для всех иудеев великий знак, для всех боящихся Бога, чтущих Бога Израилева, Бога Авраама, Исаака, Якова, чтущих Библию, Божье Слово. Это было величайшим чудом из чудес. И, дамы и господа, братья и сестры, мы этот праздник Хануку еще называем Хакурим, то есть праздник огней, праздник света, поэтому, потому что действительно Бог свой свет, он
зажег в миноре, он поддерживал в этой миноре, он сохранял этот огонь сверхъестественно. Хотя, естественно, масло было лишь на сутки, но 8 дней горело. И через шамаш, служку, мы зажигаем все свечи Хануки. Знаете ли, и шамаш, служка, это для нас это сам Мессия Иешуа, сам Иисус Христос. И пусть минора наших сердец, минора нашего сердца, ханукия такая будет, знаете ли, чудо. Ханукальную минору мы обычно называем ханукия, то есть она девятисвечная, обратили, наверное, внимание, да, уже? Вот, кто не обращал, обратите внимание, есть обычная традиционная семисвечная минора. Значит, вот вчера меня спросили, ну, даже уже ночью, значит, а почему, значит, вот девятисвечная есть минора? Я говорю, да, это вот, ну, на 8 свечей, как бы и 9 еще в сторонке, значит, но девятисвечная минора. Мы называем ее, говорю, ханукия, ханукия, от имени праздника, ханука. Вот, и это великое чудо. И сам Мессия Иешуа, Иисус Христос, именно на праздник Хануку, он как раз и сказал... Иисус, конечно же, как и все иудеи, почитал праздник Ханука, и первые апостолы, и первая церковь, безусловно, Ханука – великий праздник, праздник обновления храма. Только в новозаветном формате уже мы понимаем, что храм Божий не просто вот тот древний, мы вспоминаем, каменный храм, который ныне уже разрушен, уже 2000-летия. Мы также говорим о храме нашего тела, о храме наших сердец, о храме нашей веры. Потому что апостол Павел, написав письмо в Коринф, свое первое письмо еще, 3.16, пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Храм Божий обшит кожей. Как говорили старцы еще в 14-15 столетиях на Руси, Нил Сорский, Васян Патрикеев, другие нестяжатели особенно говорили эту фразу очень часто: «Храм Божий обшит кожей». А еще говорили: «Храм не из бревен, а храм из ребер». Имея в виду, что сам человек, он является храмом Божьим. Не каменный, не деревянный, не какой-то еще храм. Нет, нет. Иисус сказал: «На всяком месте будете поклоняться Отцу в духе и в истине, и таких поклонников Отец себе ищет». И очень четко это слово прозвучало тогда, и оно коснулось и той женщины, не еврейки, но она поняла очень многое из того, что многие евреи, к сожалению, не поняли в то время. Она поняла, что действительно это место не на горе и не в Иерусалиме, это место внутри ее сердца, внутри нее, ее естества, ее разума, ее сердца, ее души, ее жизни. И это великое чудо тогда покорило очень многих самарян, иудеев, очень многих. И действительно, мы сегодня покорены этой любовью, этой истиной. И эта совершенная любовь изгоняет всякий страх. И благодарим Бога Всемогущего за чудо в Хануке, за чудо преображения, за чудо обновления, за чудо света, которое Бог совершает в нас, верующих. Слава Богу! И, дамы и господа, братья и сестры, в преддверии Хануки я благословляю всех вас. И пусть в миноре нашей души, нашего сердца, в миноре нашего служения, в миноре наших семей, наших домов, в миноре наших церквей, общин, синагог, пусть никогда не закончится этот божественный елей. Пусть минора нашего сердца, она станет действительно хануки и божественной. И горит этот огонь до пришествия, уже второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, Иешуа Машиаха. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Это вера апостольская, это вера христианская, это вера уже 2000-летия покоряет любви Божьей миллионы и миллионы сердец. И эту веру сегодня мы исповедуем и провозглашаем по всей вселенной. Слава Господу Иисусу Христу! Благоставляю всех вас, возлюбленные братья, сестры, именем Господним. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе
Во имя Иисуса Христа Господа благословляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, братья и сестры, дорогие друзья, дамы и господа, мир всем боящимся Господа, любящим Господа нашего Иисуса Христа. А кто не любит Господа Иисуса Христа, тот еще находится под анафемой и проклятием. Лишь Господь Иисус, Он действительно является Спасителем, Освободителем, образом самого великого Бога, Его дыханием, Его деянием, Его любовью на этой земле. И Иисус, уходя, Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». И сегодня Он Духом Святым Своим в нас, верующих и среди нас, и благословляет через нас всех вокруг, и эту землю спасает. Слава Богу! Благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Шаббат шалом, опять-таки. Шаббат шалом и в ожидании Хануки, обновления. И не только воспоминания вот той ветхозаветной Хануки, да, а о Хануке Нового Завета, о Хануке вот сегодняшнего, сейчасшнего дня, о Хануке уже третьего храма. Третий храм святой созидается, стройка 2000-летий. Дамы и господа, братья и сестры, на строительной площадке вновь кипит работа, как и 2000-летия тому назад. Строится великий храм Божий из живых камней. И этот храм, он действительно уже созидается 2000-летия на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Господа Иисуса Христа. И сам же Иисус является его куполом, завершением, главою церкви. Христос является. Слава Богу! Благословляю всех вас, братики и сестрички. Люблю, обнимаю всех во имя Господне. Шалом, говорим шалом, шалом, шалом.